почти 200 дворов подтоплено в результате масштабного наводнения на северо-востоке Адыгеи, вызванного проливными дождями. Самая тяжелая ситуация в Кашихабльском районе. Там введен режим чрезвычайной ситуации. Почти половина подтопленных дворов приходится на Аул-Коц, где развернут оперативный штаб МЧС по ликвидации последствий стихии. Около 60 спасателей откачивают воду и помогают людям, в чьи дома зашла вода. В частности, это произошло в станице Ужорская Майкопского района. Непогода в республике продлится до завтрашнего дня, там продолжает действовать экстренное предупреждение. В пострадавших районах начали работать комиссии по оценке ущерба.